есть одна проблема, что слепые мы теряем язык, теряем культуру, что в какой-то мере все, на мой взгляд, появился особый интерес к этому, к джангару. Это действительно наше наследие, великое наследие, оставленное нами предками, завещанное предками. Чтобы проявился интерес, я думаю, сегодня надо говорить о джангаре. Вот, надо его изучать. Я не говорю об этом отрешенно, я говорю, исходя из своих мыслей, своих каких-то заключений, которые на сегодняшний день возникли в моем сознании. Вот. Они прежде всего, конечно, основаны на том, что вот в этот период, там долгий 80-летний период уничтожения буддизма и тот период, когда об этом нельзя было вообще говорить, в 90-е годы начался процесс возрождения, я открыл для себя буддизм вновь. Вот. И когда я в какой-то мере, на мой взгляд, стал понимать буддизм, я взглянул на джангар совершенно по-иному. Я понимаю, что сегодня, я еще раз повторю, это мое личное мнение, что дает мне право говорить об этом, это одно из интервью, которое я просмотрел когда-то, Анатолий Шелхак-Кичко. Он сидит в своем кабинете, сзади него находится огромное количество текстов в его библиотеке, и он говорит, чтобы коснуться джангара, нужно все это изучить. О джангаре может человек говорить только в том смысле, когда он будет иметь свое мнение о нем. Вот я считаю, что у меня есть это мнение, и я имею право говорить, и я в нем утвердился на основе своих личных переживаний, исследований, каких-то откровений, которые возникли во многом благодаря буддизму. И я совершенно, я сейчас подчеркну, что мое глубокое убеждение на сегодняшний день, что не зная буддизм, нельзя осознать всю глубину джангара. Многие считают это каким-то фольклорным произведением, результатом народного творчества. Очень много там, эпическое произведение и так далее. Ну, на мой взгляд, я еще раз подчеркну, что тут нельзя сказать, не применив буддийский термин. Это абсолютно, на мой взгляд, четко можно сказать, что это терма. Это не произведение людей человеческого происхождения. Это терма. Это есть два вида терма. То есть скрытые в виде в каких-то местах, где-то в скале, может быть, в виде текстов. И второе – тайная терма, которая в виде откровения приходит некоторым людям. И напрямую передается Буддами и Бодхисаттвами. Вот как раз в подтверждение того, что это терма и сама история происхождения джангара, записанная когда-то 1800, я могу ошибаться сейчас, 1850 в каком-то году немецкими учеными, и потом через какое-то время записанная и опубликованная в России. Там говорится, прямо говорится о том, что в одном из хатунов калмыкский человек умер, его просто вынесли. Как когда-то завернули в саван, это совершенно было нормально, потому что мы были буддисты, его вынесли в степь. И по протяжении, там, после 3 дней пребывания в степи, он очнулся от укуса собаки и вернулся назад. Все его близкие родственники были удивлены, что случилось. Он хранил молчание. И потом, через какое-то время, в этот хатун пришел Гелюнг, он совершил какие-то обряды или дал учение. Об этом точно не говорится, но вечером, когда он отправлялся на сон, он попросил, обратился к этому человеку, сказал, может, ты расскажешь мне что-то. И этот человек стал цитировать джангар. И он не мог остановиться, это он цитировал его всю ночь. И все были поражены, удивлены величию и красоте джангара. Потом уже, когда у него спросили, как он рассказал эту историю, что он, когда он находился, ну, наверное, сейчас можно говорить, наверное, в коме или в Бордо, да, он находился, оказался перед ямой, и яма – это божество смерти, которое определяет, куда отправить человека после смерти, благое или более
низкое перерождение. Он сказал: твой срок не наступил, почему ты здесь находишься? В благодарность о том, что он испытал столько страданий, он сказал: можешь взять с собой что-нибудь. Он сказал: мне понравился Джангар. Он сказал: можешь взять его с собой людям. Но взял с него обязательство, можешь его цитировать только если тебя об этом попросит Гелонг. То есть человек, который держит 253 обета монашеских. Вот эта история происхождения Джангара, и она записана, и она указывает на то, что это терма. Если говорить о том, что речь идет о том, что он возник там, возраст происхождения Джангара говорит о том, что это период, когда как раз происходил излом в калмыцкой истории, когда Убашихан уводил, часть увел калмыков назад в Джунгарию, то здесь есть другие тоже свидетельства происхождения Джангара. Бывший монах Гидеев Бадма, это отец Гидеева Даримбадмайна, кандидата филологических наук, она рассказывала, что ее отец говорил о том, что время происхождения Джангара можно отнести к Будде Кашьяп. То есть не к Будде, даже Шакьямуни, не к Будде этой эпохи, а прошлому Будде, который был до Будды Шакьямуни. То есть таким образом, если кто-то, мы праздновали там дату происхождения Джангара, там 500 лет или что, вот Гидеев Бадма, Гелонг, он говорил, что это Уртка Бурхнаасыр Сньюмы. То есть от Будды Кашьяпы, от прошлого Будды, который был до Будды Шакьямуни. То есть это тогда срок происхождения Джангара можно отнести более, там, я не знаю, на тысячи лет. То есть и это подтверждает то, что это терма. Конечно, человек, который, я еще раз говорю, не знает буддизм, ему придется это доказывать, утверждение. Мне, как человеку, как бы понимая, ну, открывшему для себя опустившись, я не могу сказать, что я его знаю, но открывшему для меня это очевидный факт. В подтверждение того, что если мы сегодня в истории джангароведения и изучения Джангара, фигура Илянавла ни у кого не вызывает никаких вопросов. Тут мы можем найти подтверждение того, что это буддизм и Джангары просто нельзя разделить, потому что благодаря ему этот человек процитировал Джангар, и благодаря ему Намтон Чиро записал эти все песни, и благодаря этому мы имеем возможность сегодня открыть и прочесть Джангар. И если мы посмотрим на его прижизненные фотографии, их всего, по-моему, 4, на всех фотографиях он изображен, вернее, находится на этих фотографиях, в руках у него четки. Гартан Эрикте. То есть он не упускал из рук своих четки, получается. Он постоянно пребывал в практике и в медитации. Так как я это отношу, Джангар, отношу все-таки, вот, если смотреть на эти какие-то косвенные признаки и исторические факты, то его можно отнести к тайному учению. К тайному учению тантр. Терма не может быть открытым учением. Оно может быть только тайным. Верно же? Вот. Поэтому это тайное учение, это тантра. И в подтверждение этого тоже опять записи вот этих ученых немецких, которые пытались записать Джангар. Они говорили, они пишут там, что это происходило в обстановке абсолютной таинственности. Это обязательно происходило ночью, когда горел костер. И Джангарчи, он особым способом, особым образом готовил себя к тому, чтобы начать цитировать Джангар. По-другому невозможно было это видеть. И когда вот этот процесс записи происходил ночью, они все-таки не смогли это записать, они утром обратились к Найону, пишут они в своих воспоминаниях, к Найону с просьбой все-таки повторить Джангар, чтобы Джангарчи прочел вновь этот Джангар. Джангарчи категорически отказался, он сказал: Джангар нельзя цитировать днем, это просто невозможно. Но Найон убедил его силой того, что этот Джангарчи согласился, и эти ученые, которые оставляли, они говорят, это было мучительно больно смотреть, вернее, это было невыносимо смотреть, насколько это было мучительно Джангарчи исполнять Джангар днем. Это не просто, это реально записанные исторические факты,
которые можем мы прочесть. Очень много таких моментов, которые не то что косвенно, а явно указывают на то, что это тайное учение. Более того, вопрос возникает о том, что наша письменность насчитывает уже более 400 лет. Это тудобичек. До этого был худымбичек. Вопрос возникает, почему джангар не был записан? Тайное учение не может быть записано. Оно может передаваться только из уст в уста. От учителя ученику. Потому что это тайное учение. И я думаю, в силу того, что, наверное, Ильяна Влаем, то Ачиров понимали, что если они это не сделают, они, конечно, нарушали определенные обязательства, связанные с джангаром. Это нельзя было делать, записывать, потому что если должны находиться, быть подготовлены сосуды для восприятия этого учения, а так оно может прийти в упадок, и более того, оно может быть извращено и понято неправильно, используется неверно. И вот в силу этого такие вещи не записываются. Они очень тайные и могут существовать и передаваться только из уст в уста. Поэтому джангар не был записан. Но просто учитывая те обстоятельства, что он действительно мог быть утерян окончательно, они, понимая это, и взяли на себя это, нарушили эти обязательства и записали этот джангар. Я думаю, это именно так и произошло. И вот вся история жизни Намто Ачирова, она показывает о том, что он понимал, на каком изломе находимся мы, калмыки. Что он настолько он понимал, что будет происходить, и он это видел. Как многие-многие учителя, бакши, которые находились в хурулах и в храмах. И учитывая это, он не эмигрировал, он остался с народом. И как он сказал, что я не могу покинуть свой народ, остаться с ним и в радости, и в беде. Вот эти свидетельства подтверждают то, что джангар является, я думаю, он, его можно отнести к тантрическому учению. И эти свидетельства, если мы начнем изучать сам текст джангара, они абсолютно явно там присутствуют. Совершенно четко указывают на это. И опять же, если соотнести, вспомнить записи ученых, тот же самый, благодаря которому Советский Союз, народы Советского Союза тогда, бывшего Советского Союза, открыли для себя джангар благодаря переводу Липкина и его поэтическому переводу. Постучник делали наши ученые, Басанг, очень эта группа ученых работала наша. Ну, известен только Басангов Батыр. Вот. Тот же Липкин в своих воспоминаниях пишет, что они как-то приехали в один из сел Калмыкии, и когда джангарчи читал джангар, он в какой-то момент он уснул. И весь зал, слушающий джангар, он тоже оказался как бы в летаргическом сне. И удивленный, пораженный Липкин спрашивает у Басангова, что произошло. И Басангов говорит ему, что джангарчи перенесся в чистую, вот в эту Бумбинорн, это чистая земля. И весь зал перенесся туда. То есть на самом деле я понимаю, опять же, чтобы знать этот термин, что я хочу отнести вот этот текст джангара к практике пхова. Это пхова – перенос сознания в чистую землю. Вот это есть прямая пхова. Это практика переноса сознания в чистую землю. Вот и все. Вот это свидетельство от того, что это и есть эта практика. Она удивительно проста, она удивительно такая, как сказать, гармоничная для калмыков была. Что это действительно, она вот имела такое воздействие, но тот человек, который цитирует джангар, он должен быть, конечно, ну, по-настоящему каким-то уникальным человеком. И не то, что он должен знать философию глубоко, потому что тантра не предполагает сама по себе там преподавание учения, философии. Тантра – это короткий путь, и он тайный. Они по определению не могли говорить и проповедовать о буддизме, потому что это ограничение, тайная мантра. И они просто делали то, что они делали. То есть они делали, готовили людей к переносу сознания в чистую землю, в Бумбинорн.
в самом тексте Джангара есть прямые указания на то, когда он возник. Прямо с самого начиная пролога. Эрдинин и Кынцактыгарсен. Да, вот. Да. Эрдинин и Кынцактыгарсен. Бурхан Шаджин Гельгарсен. То есть сами события, которые разворачиваются в Джангаре, они происходят в период не так, как перевел опять же Липкин, что в стародавние времена вера Бурханов брежил рассвет. Совершенно нет. Речь идет о том, в драгоценное время, когда учение Будды расцвело, расцветало. Вот в этот период происходит все. Если дальше идти, просто даже немножко там буквально пару предложений вниз спуститься, говорится о Джангаре, что «Горун насындан шар мангасыга кель бярджи номанду орулс». В переводе Липкина, к сожалению, сегодня все в основном читают Джангар на русском языке. Я хочу сказать, что надо вспомнить, что мы калмыки, и читать Джангар на родном языке. На родном для нас языке. И там на нашем родном языке написано «Кель бярджи номанду орулсын». А на русском языке написано «К трем годам царство желтого мангаса покорил». Есть разница между термином, который звучит там «покорил», и кель бярджи номанду орулсын. Если буквально переводить, многие могут воспринять, что он там взял за язык. Нет, абсолютно. Он взял с него обязательство и ввел в учение Будды. Вот это главный мотив этого произведения. Кель бярджи номанду орулха. Вот это главное. Не ради того, чтобы там малтеля дельтха или газрын булалат дельтха. Не ради того, чтобы захватить и угнать у какого-то соседнего царства скот или захватить его земли. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что Джангар, он в этом случае выступает, как весь буддийский термин, чакравартин. Это царь, который способствует распространению учению Будды. Чакравартин. Это царь, вращающий колесо учения, держатель колеса учения. И чакравартин в буддизме, он должен обладать определенными символами. Они все присутствуют у Джангара. Это в первую очередь что? Советник должен быть у него. Драгоценный советник. Это Алтын Цейе Чейджи. Драгоценный военачальник. Это Аслындын Базык Улан Хонгыр. Это драгоценный военачальник. Драгоценная царица должна быть у него. Шавдал. У него должен быть драгоценный слон. Аранзал у него драгоценный. Вот все эти атрибуты, они присутствуют. И в буддизме они описаны, чем должен обладать чакравартин. И Джангар, он эти символы, все символы держит. И о нем в Джангаре говорится, что «Тюр шаджи гартан алдыксын». То есть он в руках держит светскую власть и учение Будды. И более того, о нем говорится о том, что он Турян хадмет бягулят, шаджан нарнмет манглульди. То есть о чем это говорится? Говорит о том, что он утвердил светскую власть как скалу и заставил сиять учение Будды как солнце. Вот это его предназначение прямое. И о чем тут можно говорить вообще, о чем спорить? И более того, там вот, если мы коснемся, вот для меня значимой вот, части Джангара – это ангар, андхар. Это клятва богатырей. В русском переводе она очень красиво звучит, но смысл утрачен. Смысл утрачен. Там говорится о том в русском переводе: «Грудь обнажим, вынем сердца, отчизне своей посвятим». Во-первых, мы кочевники. О какой отчизне может быть идти речь? Там говорится, «Езин дейрен эргет ул намтнателя». То есть мы, объединивших вокруг своего лидера, имеется в виду Джангара, ради блага всех живых существ. «Амтнателя», «Ул намтнателя», ради блага всех живых существ. То есть там речь не идет о какой-то там привязанности, потому что мы кочевники-то, и об этом не может быть речи. И вовсе не вынем и обнажим сердца. Нет. Совершенно просто там. И как для воина понятная вещь. «Илькен юлят эги», печень отдадим. Это трудно объяснить.
Это просто нужно читать на калмыцкий, тогда это будет понятно, где и какие акценты расставлены. Да. И дальше звучит тоже, что фраза о том, «Байын эмжил нэрте, илкан үйлэтэгэ, буру уга зэвэр энгри». Да. «Буру уга зэвэр энгри» я не буду переводить. Вот это слово должен каждый для себя определить четко, что такое «буру уга зэвэр энгри». Не в пьяные драки и не в какой-то там, в каком-то событии мирском, а именно вот ради блага живых существ, ради высокой цели. Вот тогда ты должен умереть, а не просто вот совсем какая-то удаль залихватская или что-то еще. Оно к этому не имеет никакого отношения. Абсолютно. Я поэтому говорю, что любой калмык сегодня, ощущающийся калмыком, он должен выучить эту молитву, я ее как молитву воспринимаю, клятву на калмыцком языке, и понять смысл. Он раскроется для каждого, если ты каждый день хотя бы один раз в неделю будешь ее на калмыцком произносить. Для себя. Не для кого-то, а для себя. Прежде всего, там всегда в джангаре все соотносится через главных героев, они соотносят прежде всего через себя. То есть через личность, никого не осуждая, никому не давая оценки. Это очень глубоко и очень... Это все присутствует в джангаре. Это открывается, если мы будем делать это на родном языке. Вот. И дальше окончание анхар, клятвы. Как это звучит? Эцюскусим синдян арин суховати хоты хамданулые. Вот этой части... клятвы, ее в переводе Липкина вообще нет. Мне кажется, вообще она отсутствует. Может быть, отсутствует, наверное. Но тут я уже переведу, чтобы это было понятно, потому что, чтобы понять смысл этого, ну, лично я потратил очень много времени. Я спрашивал у многих учителей буддийских, сам смотрел тексты. «Эцюскусим сюда нарудн суховати хуты хамданул я». То есть там речь идет о том, что в своем, вот, ну, скажем так, в своем конечном перерождении обретем все вместе чистую землю суховати. Вот о чем, почему калмыки были бесстрашными воинами. Они понимали, что мы понимали, и мы это понимаем, что с этим телом жизнь не заканчивается. Да. Именно поэтому бруга завяренгри. Дальше клятва заканчивается такой фразой. Арвун хойр авшик авоксен бяджи. Слово авшик. Арвун хойр авшик авоксен бяджи. Слово авшик. Я не буду рассказывать, как мы это там, расшифровали, это слово. Что авшик это санскритское слово абхишека. Это полное посвящение. И получается, что удерживать, получил 12 посвящений, эти 12 богатырей были, 12 богатырей. Я сначала считал, что это, ну, этот вопрос до конца еще для меня не раскрыт, потому что вначале можно сказать, что каждый из богатырей держит посвящение одного из тантрических божеств, которых в пантеоне буддийском очень много, но сейчас это соотносится, я вот разговаривал, переводчик, сейчас его святейство Далай-лама, переводчик с тибетского на русский учение, ученик, очень близкий и сердечный ученик, я считаю, Богдагигяна. Он, когда мы с ним обсуждали джангар, он сказал, интересно, надо посмотреть, потому что если во многих посвящениях кавачакры, в тантрических посвящениях 4 или 5 посвящений, то что касается тантры кавачакры, там насчитывается 9 посвящений. Но он сказал, я могу, надо посмотреть, изучить, может быть, там вот эти 12 посвящений, они соотносятся с тантрой калачакры. А я считаю, что Бумбинорн, Арбумбинорн, это северная страна, а это совершенно четкая аналогия Шамбалы. А если мы будем говорить о Шамбале, это и есть учение калачакры, колеса времени, тантрическое учение. То есть я думаю, вот эти параллели, они ждут своего исследователя, ждут новых откровений. Это на самом деле настолько интересная тема, настолько глубокая, лично для меня. Вот.
в самом тексте очень часто встречаются какие-то вещи, там, три раза перешагни через него, и стрела сама выпадет. Там вот то, что относят они к шаманизму сейчас. Или каждый военный поход заканчивается пиршеством. Речь идет о нравственности. То есть настолько была нравственной, высоконравственной, речь идет о Шавдалже, да? Или о маме Джангара. Да? Да. Настолько, здесь идет и одно из парамид, буддийских парамид, парамита нравственности. То есть стрела не вышла до конца, она вспомнила о том, что когда-то она увидела, как происходило, я не знаю, да, жеребец покрывал кобылу. И она это увидела, это единственное было ее негативное действие, негативная мысль. И когда она раскаялась в этом, естественным образом произошло, что эта стрела выпала. Да. Это настолько самое это, то есть насколько это высоконравственные были люди в чистой земле или арбумбинорнде могут находиться люди, и причина перерождения в чистой земле не может быть там какой-то космический аппарат или что-то еще. В первую очередь это указание на то, что люди, находящие и пребывающие в чистой земле, в Бумбинорнде, Амтес, Арюн Сеткельта, Негнеген, Мини, Чини, ну, они не делят мое, твое. Они высоконравственные люди. И эта нравственность, причина, главная причина перерождения, высокая нравственность, высокие цели. Если ты живешь не ради себя, а ради блага всех, это главная причина перерождения в чистой земле, Бумбинорнде Терх. Вот это Шильтамбоджана. Да? Вот это причина. И это абсолютно соотносится тоже с буддизмом. Это главная причина перерождения в чистой земле. Что касается пиршества, я считаю, что вот мое личное глубокое убеждение, что там речь идет о Арзун Сюйре Балат. Вот многие, ну, в переводе Липкина говорится о том, что арза лилась там рекой или чем-то. Этого нету в джангаре. Там, когда речь идет, заходит о арзе, там речь идет арзы удамбулат. Арзы удамбулат. То есть не говорится о количестве, что ее много там или там. Я могу сказать, что и мы можем в обыденной жизни видеть, если я встречусь с другом, сидеть за маленькой рюмочкой вина, и мы можем всю ночь проговорить. Вот она для них, эта арза, она была очень долгой. Удан была. То есть речь не идет о количестве, речь идет именно о временных рамках, что собрались друзья или единомышленники, и они, для них арза стала долгой. И это в таком плане, если рассматривать, в мирском плане. Если соотносить это с тантрой, то я могу сказать, что если вы обратите внимание, в джангаре всегда описывается круг. Сначала круг почтенных стариков, почтенных бабушек, потом почтенных богатырей и молодых женщин, красавиц. Почему так? Это соотносится на санскрите на Ганапуджа или в буддизме на тибетском это цок. Это буквальный перевод на русский, это собрание героев и героинь. И там одно из обязательств таких тантрических, это опять соотносится к тантре, там должен присутствовать некоторое количество алкоголя и некоторое количество мяса. Любое событие там заканчивается Ганапуджи, заканчивается цогом, а не вовсе тем, что сейчас вот воспринимается сегодня как обыденность, что там арза лилась рекой, и стали глотки красные от выпитой арке, и, ну, в общем, там совсем другой акцент. Он не соответствует тому, что на самом деле, о чем речь идет в джангаре. И это понять можно только зная буддизм, я подчеркну.
буддийский взгляд и знание буддизма позволяет посмотреть на джангар совершенно по-другому. Я понимаю, что это истинный смысл раскрытия этого. Да. Я хочу сказать, что описание страны Бумбы, Бумбинорн, оно абсолютно соотносится с тем, с описанием чистых земель, которые присутствуют в буддийских текстах. Люди абсолютно высоконравственные, которые не делят на чужих и своих, на свое и на твое и мое. То есть это совершенно четкое указание на чистой земле с буддийской точки зрения. Я не говорю там уже о каких-то внешних атрибутах, что там люди, проживающие там, живут нек на сарбиадек. Это совершенно четко соотносится. Если мы откроем многие буддийские тексты, я не буду об этом сейчас говорить, просто открыть буддийские тексты и почитать, они соотносятся абсолютно, мы увидим параллели. Описание, допустим, той же Шамбалы или чистой земли Кичары, чистой земли Ваджра-йогини. Любой чистой земли описание, оно абсолютно совпадает с описанием того, что описание страны Бумбы. Отдельная тема, которая так или иначе иногда сегодня, и она присутствовала в советский период изучения джангара, потому что говорить об изучении джангара до этого, он просто был и все. Джангар просто был. И были джангарчи, которые несли это учение. Я могу совершенно четко говорить, что это учение. Это не просто какое-то литературное произведение, это учение, которое открывает ум. Открывает ум и готовит его к тому, чтобы переродиться в чистой земле Бумбинорн. Для кого-то это может казаться какой-то сказкой или какой-то былиной, все остальное, или просто каким-то фольклорным произведением. Это совершенно, на мой взгляд, очень узкий подход к джангару. Вот я еще раз подчеркну, что буддийский подход, буддийский взгляд на джангар, он является по-настоящему верным, на мой взгляд, который раскрывает смысл. Это тот ключ шифра, который позволяет понять истинную суть джангар. И говорить о том, что есть такая точка зрения, что там есть некие поздние вкрапления буддийские в джангар. Я считаю, что это совершенно неверно. Не соответствует действительности, потому что и как только мы уберем вот эти составляющие, весь комплекс джангара, вся глубина этого рушится. Это составляющие, это то, вокруг чего, наоборот, это тот стержень, вот этот стержень, вокруг чего строится весь корпус джангара, и все события разворачиваются вокруг этого. Как только этот стержень уберете, это непонятно, что будет вообще. Поэтому я считаю, это совершенно неверная точка зрения о том, что там какие-то присутствуют какие-то буддийские поздние вкрапления. Это совершенно неверно, на мой взгляд. Потому что, я еще раз подчеркну, это та стержнеобразующая вещь, которая, вокруг которой строится весь джангар. Иначе вообще какой смысл говорить об этом? Потому что весь смысл в этом. Я понимаю, что это исторически подтверждается тем, что мы, калмыки, как бы находимся на острие распространения буддизма. Мы в авангарде всегда. Это история. Европа получила представление о буддизме благодаря нам, калмыкам. Далее распространение, дальше в Европу, там первые, ну, просто не будем говорить о том, что просто открытие учения, глубины его и так далее, но просто будем говорить физически и материально. Первый буддийский храм появился в Белгороде. Далее в Мюнхене, благодаря калмыкам. Если дальше продолжить, первые буддийские храмы, три их появилось в Америке, в штате Хауэлл, в Нью-Джерси. В штате Нью-Джерси, в городе Хауэлл, появились первые буддийские храмы благодаря нам. Это подтверждение нашей миссии. Это, ну, наша миссия. И джангар нам дан для того, чтобы помочь вот в этой миссии, чтобы мы сами осознали свою роль вообще роль в развитии цивилизации современной, развитии человечества. Это наша роль в том, чтобы распространять учение Будды.
укреплять его и распространять, поддерживать его. Это главный мотив Джангара. И он присутствует в истории калмыков. Как только мы от этой цели отходим, мы начинаем теряться среди каких-то мелких вещей и начинаем растворяться. Поэтому я еще раз подчеркну, повторю, что совершенно неверно подход говорить о том, что есть какие-то поздние буддийские крапления Джангар. Это абсолютно неверный взгляд. Потому что весь корпус Джангара и весь вся смысловая, весь стержень Джангара, он построен на буддизме. Потому что если любой из богатырей, отправляющийся совершить какой-то героическое подвиг или что-то, и как ему говорят, Бадмин Саяхню реален тавят, да? Кириган Кусяджи Хачир Менгин Ивиднде Буджири. Вот так именно звучит. То есть ему ставят прекрасный лотосоподобный юряль в соответствии с учением Будды, законами Будды, осуществи свое деяние и вернись назад. Ну как это, если ему задачу отправляют, когда ему ставят благопожелание и говорят, что ты осуществляй свои действия, номин юсар. Номин юсар керген кюцяджи харю бауджир. Хаджир мэнгэн уйдэ бауджир. Вот как это, мне трудно говорить, потому что это... вот каких-то поздних краплениях. Потому что убери эту фразу, и весь корпус, весь смысл вот этого события, он развалится. И когда говорят друг другу Хонгар и Мингьян в клятве, будем неразрывны, как листы алмазной сутры. Ну как, я не знаю, это трудно. Как с этим можно спорить? Что это какое-то позднее крапление? На мой взгляд, совершенно неверный взгляд. Когда я начал читать Джангры Мактал, то есть восхваление Джангар, собственно, оно не очень большое, но это тоже ждет своего исследователя и взгляда на это какого-то более широкого, что в самом восхвалении Джангара, о Джангаре говорится о том, «Алтн таекта и сиек мельмельзна». То есть он имеет там золотую трость, и у него сверкает его сережки, серьга. А все остальное в Джангаре, в восхвалении Джангаре речь идет о Ишкагер, Дочиндерин Теримта, Унинта, Харачта. Я понимаю, это совершенно четко указывает на то, что для нас юрта имеет очень большое значение. Мы должны осознать ее значение, что это признак принадлежности нас к кочевой культуре, к кочевой цивилизации. И это не случайно, это сквозь времена нам кидают наши предки. Он зашифрован там. Я, допустим, не знал, как устроена кибитка, я узнал, как устроена юрта, исходя из восхваления Джангара Мактал. И более того, я когда встречался с послом Монголии, вот, он вышел с инициативой о том, чтобы мы, как бы представители кочевой цивилизации, вот, монголы, как все выступили и зафиксировали юрту как нематериальное наследие кочевых народов, кочевой цивилизации. Да, это мандала, да. Это абсолютно четко, она мандала описана, вот совершенно верно. То есть, если мы заходим, вот там четко определено, правая сторона кибитки – это мужская, левая сторона – женская. Это совершенно четко определено. То есть, ну, в восточной мистерии это ябьюм, это мужское и женское начало. И оно гармонично существует в этом пространстве. И не надо это смешивать, как сегодня происходит, между мужским и женским, когда непонятно, где мужское, а где женское. Где женское, где мужское. Это четко определено там. Вот это мужская сторона, вот это женская. И это дает, ну, знаки понять, осознать. Мы должны осознать свое, ну, как бы, свое ощущение в мире. Хочу акцент еще один поставить в отношении клятвы богатырей, что она заканчивается фразой, что «Арвун хойр авшика волксен бяджи».
То есть здесь речь идет авшикс, я уже повторюсь, что это санскритское слово апишека, полное посвящение тантрическое. Полное посвящение тантрическое. И я могу предположить, что каждый из богатырей, 6 тысяч 12 богатырей, и вот каждый из этих 12 богатырей, ближайших соратников и помощников Джангара, каждый из них, можно сказать, является проявлением идамов из буддийского пантеона, тантрических божеств, идамов. И опять же хочу подчеркнуть, что это является свидетельством подтверждения того, что это не просто эпическое произведение, что это учение тантрическое. Вот какие еще нужны свидетельства и подтверждения этому? Более глубокие и более четкие. Так получается, что мы сейчас о Джангаре говорим на русском языке, но все-таки главный мотив вот нашего интервью, главная задача, на мой взгляд, все-таки породить интерес у моих земляков к чтению Джангара на родном калмыцком языке. Если, конечно, это будет трудно, это будет сложно, но каждый должен приложить усилия. Взять словарь, хотя бы просто читать, хотя бы одну главу, одну страничку в день. Это настолько глубоко, но я просто хочу сказать, что сразу может возникнуть вопрос: ой, перевод липкий, несовершенный, давайте сделаем другой перевод. Нет, не надо делать другой перевод. Он есть в нашем родном калмыцком языке, на родном для нас калмыцком языке. Надо его читать на калмыцком. И тогда он откроет свою глубину, потому что, читая, вот маленький пример, все Джангар, он называется Джангар, мы сейчас говорим о Джангаре, но мне импонирует из героев Хонгр. Это удивительный персонаж, удивительный герой этого, ну, будем говорить, эпоса, хотя я говорю, это учение. К великому сожалению, у Липкина он эпитет Хонгра — Хонгр Алый Лев. Совершенно не соответствует действительности. На калмыцком, на нашем языке звучит «Арслангин арык лахунгр». «Арслангин» – это прилагательное, если переводить, это львиный. «Арслангин арык улахунгр». «Алый хунгр». Ну, есть вариант Джангара, где написано «Арслангин базык улахунгр». «Алый хунгр с львиной хваткой», а не «Хунгр алый лев». Вот такая маленькая ремарка, но сколько она глубока. Вот этимология слова «арык», я все-таки, наверное, осмелюсь предположить, что не «арслангин базык», не это «улахонгр», «алый хонгр с львиной хваткой», а «арслангин арык улахонгр». Мне эта интерпретация больше нравится, это «алый хонгр с львиным рыком». Почему так? Потому что очень часто этот львиный рык соотносят к Будде Шакьямуни. Вот что он львиным рыком победил всех в диспутах или представителей других учений, последователей в диспуте. Вот «Аслангин арык улахонгр», вот я как раз смелюсь предположить, что это, это повод для изучения. Но вот именно так, а не так, что это у Липкина. Алый лев. Вовсе не алый лев, а именно с львиной хваткой. «Арслангин базык улахонгр». Вот